как раз и дал название городу Нафплю, которым мы тоже с вами окажемся после святилища Асклепия, после театра Эпидавра. Ну и, конечно, после Нафплю мы с вами отправляемся в Микена. Переездов сегодня таких вот больших не будет, потому что они все находятся рядышком друг с другом. Вот все эти три объекта, они в 30, скажем, минут езды друг от друга. Ну и после того, как мы с вами посещаем Микены, после сокровищницы Акрополя, после музея Микен, мы с вами, конечно, сделаем остановку немножко на обед, чтобы вы могли перекусить, и едем в Афины. В зависимости от того, в котором часу мы с вами приедем в Афины. Будет примерно там 40, может быть, 45 минут привести себя в порядок, так слегка освежиться. Потом мы с вами в районе, наверное, 6 часов вечера будем уже выходить на нашу с вами вечернюю прогулку. Такую прогулку-поездку, о которой я вам тоже уже все расскажу, естественно, по мере приближения к Афинам. Мы, конечно, с вами сейчас остановимся вот на этой своеобразной уже визитной карточке Греции, Каренский канал, потому что он сейчас уже не несет то значение, которое он нес, например, в конце 19 века, потому что именно в конце 19 века было завершено его строительство. Но изначально канал пытались прорыть еще в античную эпоху, и поскольку канал находится близ Коринфа, города Коринфа, а если вы посмотрите, сейчас по мере так, приближения где-то с нашей правой стороны по диагонали слегка будет такая одиноко стоящая гора, на вершине которой как будто бы есть что-то, то ли корона, то ли это крепость. Вот эта крепость и эта гора называется Акрокоринф, то есть верхний Коринф. Вот с нашей правой стороны слегка по диагонали. Так вот, коринфские жрецы, они побоялись, что прокладка канала, она помешает поступлению тех денежных средств, которые в течение многих-многих веков им шли. Потому что здесь вдоль канала, ну, это сейчас уже вдоль, а раньше, от побережья Ионического моря до побережья Эгейского моря, была проложена специальная дорога, которая называлась Диалкош. Остатки этой дороги до сих пор можно увидеть, если бы мы с вами прошлись вдоль этого канала. Так вот, по этой дороге перетаскивали корабли из одного моря в другое море. И они предсказали, что если прорыть здесь канал, то уровень воды в морях, он совершенно разный. И, например, Ионическое море может попросту ворваться в Эгейское и затопить все прибрежные вот эти острова. Все острова. Конечно, в принципе, послушались предсказания вот этих коринфских жрецов и оставили эту идею. Но эту идею не оставил император римский Нерон, который сюда пригнал около 6 тысяч рабов и сам по преданию воткнул в землю золотую лопату. Но начать процесс прокладки канала ему помешали восстание в Риме. Он вынужден был все прекратить и вернуться в Рим. И лишь только в конце 80-х годов 19 века французские строители, они начали прокладку этого канала. Из-за недофинансирования его закончили и прекратили строить. И лишь только греческие уже строители закончили воплощать в жизнь вот эту идею соединения Эгейского и Ионических морей. Длина канала составляет 6 километров 400 метров. Его глубина от того места, где мы с вами будем стоять, до поверхности воды 75 метров. То есть нас так дух захватит. Его ширина, там, где поверхность воды 20 метров, там, где мы будем с вами находиться, около 30 метров. Ну и, конечно, как идут по нему баржи. Во-первых, баржи, они заглушают свои моторы, чтобы вибрация, она не способствовала разрушению стен. Вы даже видите, что стены немножко под таким углом, если приглядитесь, они слегка так ярусами выстроены. И специальный баркас, он тащит ту самую баржу вот через весь этот канал. Вот эта дорога Диалкос, она была таким образом проложена, что были специально образованы такая колея, в которую заливали оливковое масло, ставили бревна, и вот по этим бревнам, таким своеобразным получается рельсам, перетаскивали корабли. Они, конечно, в масле шли гораздо быстрее и легче. Мы сейчас с вами перейдем на сторону Пелопоннеса и вернемся словно на сторону материковой Греции. Пойдемте. Ого! Нифига себе!
Юре дай, потому что сможешь. Ух ты. Доброе утро. Доброе утро, да. Высотища какая. Классно. Что себе такую штуку прокопали, да? Знаешь, Юр, лопатами копали. Угу. Лопатами копали, а? Эгейское море. А вот здесь вот уже сразу с той стороны. Оцианическое. Вот так вот парушку протаскивали. Ну, сильно. Одного другого. Все-таки Эгейская, а там Ионическая. Запутался в этих морях. И там у нас Эгейская, а там Ионическая. Ну, значит, там Эгейская. Собственно говоря, уже на Пелопоннесе. Ну, действительно, легендарный полуостров Пелопоннес, на котором мы с вами уже находимся. Если так внимательно посмотреть на карту, он похож на идущего вперед сквозь такие тысячелетия великана. И эти места, они, безусловно, не имеют равных в мире по насыщенности памятниками истории и культуры. Я неспроста говорю, что это такой большой гигантский слоеный пирог, в котором сложилось и богатство античной классики, и, конечно, такая лаконичная красота крепостей франков и венецианцев времен, безусловно, крестовых походов. Ну, конечно, роскошь мозаик и фресок византийских храмов и монастырей. Именно здесь, рядом, в тени эвкалиптов и пиний, лежат руины священной Олимпии. Именно древние Коринф, Микен, Аргус, Немея, Теринф – это были города, по словам Гомера, которые строили циклопы. И люди, которые жили вот на этой земле, плающей земле, она поражена их судьбами, их страстью. Они создали действительно великую цивилизацию. Именно строители полубоги, предполагается, возвели в Эпидавре храмовый комплекс, лечебница Асклепия со стадионом, театром. И в наши дни, между прочим, здесь проводятся международные театральные фестивали. Но история города Навпли, она, конечно, уходит во времена крестовых походов. О городе Навпли мы сегодня будем с вами чуть больше говорить, но тем не менее Навпли, конечно же, это столица сейчас области Арголида, в которую мы уже потихонечку въезжаем. Это очень живописный городок, который расположен на берегу Саронического залива и Эгейского моря. Мы с вами сегодня, кстати, не будем больше видеть Ионическое море. Перед нами все время будет открываться именно Эгейское море, то залив Арголикос, то залив, в общем-то, Саронический. И это первая столица независимой Греции. Вплоть до 1834 года она являлась именно такой столицей. Это очень важный город, префектура именно Арголиды, с населением примерно 14 тысяч жителей. И это один, конечно,
из красивейших городов Греции. Он выстроен в таком итальянском стиле. И Навплион действительно полон такого неповторимого, истинно греческого колорита. Это очень узкие улочки, таких венецианских домов старого города. Это все то, что дышит таким спокойствием, умиротворением, величием времени. Город известен своими тремя крепостями. И мы с вами увидим обязательно все три крепости. Агронавтрия, она стоит на мысе, который вдается в море. Она была построена в XII веке. Также есть крепость, которая была построена на небольшом островке Святых Федоров. Напротив Агронавтрия, крепость, которая называется Бурдзи. Ну и, конечно же, есть крепость Паламидия, которая возвышается на самом высоком холме над городом. Это одна из самых гигантских крепостей вообще на Пелопоннесе. Она была тоже построена венецианцами в начале 18 века. Но во время гражданской войны за независимость в крепости находился в плену главный герой греков Теодорис Колопатронис. Между прочим, мы сейчас с вами въехали в то место, которое называется «Берег прекрасной Елены». Говорят, что именно здесь Елена принимала свои вот такие молодильные ванны, и, возможно, именно с этого места ее, собственно говоря, увозит Парис и похищает от мужа царя Менелая, царя Спарты. Но вот это место называется «Берег Елены». Ну и, конечно, Навплион действительно остает и оставляет такое совершенно неизгладимое впечатление на всех, кто хоть раз побывал в нем. То есть мы с вами по городу прогуляемся, потому что многие, у нас группа небольшая, я думаю, что против вы не будете. Многие из туристических компаний просто делают остановку на 10-15 минут, чтобы можно было в порту сфотографировать три крепости. Это та точка, откуда просто видно их всех три. Ну а мы с вами, помимо того, что сделаем, естественно, остановку в порту, мы еще по городу прогуляемся. Это не займет много времени, это будет примерно 30-40 минут, но тем не менее, чтобы вы вот увидели эти узкие улочки и вдохнули такой глоток Италии, потому что Наполе, он действительно такой немножко итальянский город. Так что, кто был в Италии, у вас будет возможность сравнить. А вот кому, кто там не был, в общем-то, вы так, наверное, восхититесь немножко такой архитектурой определенного такого стиля, определенного характера постройки. Но один из самых интересных районов Пелопоннеса – это, конечно же, область, которая называется Лакедемон или Лакония, или нам с вами будет он больше известен как Спарта. Именно в 5 километрах от Спарты находится тот самый город Мистра, удивительный город-призрак, который расположен был на горе Тайгетас с великолепным видом на знаменитую Лаконическую долину, где находилась древняя Спарта. Но от древней Спарты ничего не осталось, было все разрушено. Там так же, как от Фив, камня на камне не осталось. Ну а город был, Мистра, конечно, был основан в начале 13 века нашей, конечно же, эры, крестоносцами. И вплоть до середины 15 века город являлся важнейшим центром Византийской империи. Там прекрасно сохранился дворцовый комплекс, замок, очень много великолепных византийских церквей с настенными росписями 13-14 веков. На самом же юге, той самой Лаконии, то есть области Спарта, расположен тот регион Мани. На юго-востоке сохранился средневековый город Маниовасия. И вот по легенде говорят, что Парис, похищенная им Елена, провели первую ночь именно вот на этом небольшом островке. Руку этого храма позволило то самое внезапное, скажем так, финансирование со стороны Российской империи. А дело все в том, что когда Россия в начале 19 века подписывает такое мирное соглашение с Турцией, так называемый Андрианапольский мирный договор, по которому признается, как один из пунктов, это признание Греции независимой, Россия получает контрибуцию от Турции в размере 100 тысяч рублей. И полностью вся эта сумма была передана молодому греческому государству с одной мыслью – восстановление разрушенных православных храмов и строительство новых. Было построено 4 новых православных храма и было очень много восстановлено. Об этом мы еще сегодня с вами вспомним, когда увидим в Афинах церковь Святой Троицы, которая целиком и полностью была восстановлена на русские деньги. Так же, как и, например, храм Святого Андрея Первозванного, который считается самым большим собором сейчас в Греции, он был полностью построен на средства, именно вот полученные от этой контрибуции. И там хранятся, конечно же, крест, на котором был распят Андрей Первозванный. Чтобы вы знали, у него крест выглядит не так, как крест у Христа, а крест выглядит как буква «Х». Плюс именно там же хранится тщетная глава святого Андрея, в этом же храме, в алтарной его части. То есть это все город Патры, который является еще и третьим по величине городом, в котором проживает около 800 тысяч жителей.
Ну и, конечно, Арголида – это та область, в которую мы с вами стремимся, в которой мы будем сегодня с вами находиться. Это один из самых красивейших районов Греции. Он расположен именно здесь, в восточной части Пелопоннеса. И на территории Арголиды расположены чрезвычайно интересные археологические памятники. Это, конечно, самый знаменитый в древности и в сегодняшнее наше с вами современное время театр Апидавра, который был знаменит благодаря врачеванию Асклепия. Это хорошо сохранившийся сам, естественно, театр, святилище бога врачевания. Ну и, конечно, знаменитые и древние Микены со знаменитыми львиными воротами и кукольными гробницами. Это еще и Теринф, где по мифам проживал сам Геракл. Это древний Аргус, одним из самых значительных в Древней Греции святилищ богини Геры. Это археологические памятники Немея и Истмия, где проводились греческие, немейские и истмийские игры, которые были аналогичны олимпийскому празднику. Ну и, конечно, Арголида, столица Арголида, безусловно, является город Нафплио. Это самая первая столица независимой Греции. Я вас там окончательно не усыпила. Всех? Все спят уже? Еще не всех. Ну что делать? Как, по-моему, в фильме «Большая перемена», да? Что-то рассказываю, где-то там на какой-то на подсознательной этой курочке все записывается. Ну, кстати, с нашей левой стороны вы сейчас немножко так я разбавлю мифологию тем, что вы видите с левой стороны. И это очень интересно, на самом деле, место – это рыбное предприятие. Здесь глубина залива достигает около 80 метров. И вот те такие садки, которые вы видите, круглые или квадратной формы, это предприятие, которое разводит рыбу. Но сейчас по мере приближения будет чуть лучше видно с левой стороны. И Греция не является промысловой, вот в таком широком понятии этого слова, страной, которая ловит в больших масштабах рыбу. Греки ее, конечно, выращивают, и ее тоже подают на столы, а часть, небольшой процент, они отпускают в открытое море. По одной простой причине, чтобы, в принципе, хоть как-то можно было контролировать процесс рыбы, вообще разведение этой рыбы и вообще жизни рыбы в море в Эгейском. Соответственно, вот эти вот промышленные предприятия, их очень много расположены именно по восточной стороне Пелопоннеса. И также они расположены недалеко от городка Ламия, где мы с вами тоже будем находиться, когда будем возвращаться из Афин в Салоники. То есть тоже такое небольшое предприятие вы увидите. Вот сейчас с нашей левой стороны. Конечно, находясь сейчас в Арголиде, надо говорить о том, что Арголида, она, в принципе, географически так сложилась, она отгорожена от остальной части полуострова горами. Доступ к морю здесь осуществлялся именно через залив Арголикос в Апидавре. И вот лежащий на берегу этого последнего залива порт в Апидавре, конечно, позволил городу Аргусу просто расширить свое влияние на острова, которые находятся в Сароническом заливе. Это и остров Саламина, и, конечно, остров Эгина. Ну и, конечно, греки вместе с французами начинают раскопки в 1879 году в святилище Асклепия в Апидавре. И они-то как раз по сегодняшний день еще пока и продолжаются. И в настоящее время исследуется территория, которая примыкает к святилищу. Когда-то были начаты такие полевые работы о существовании святилища, свидетельствовали только руины театра. Остальные же постройки были просто разобраны. А Исплит в 19 веке построил город Нафплио. То есть мы с вами увидим, конечно, руины святилища Асклепия. Конечно, Асклепион – это было то место, где поклонялись богу врачевания Асклепию. Частью этого святилища был знаменитый театр Апидавра. Надо хорошо понимать, что театр в ту эпоху он не являлся самостоятельной единицей. Театр был лишь частью оздоровительной программы. И люди, которые приходили в святилище Асклепия за исцелением, первое, что они посещали театр. По одной простой причине – нужно было очистить душу. Лишь только потом идти очищать тело, как внешнее, так и внутреннее. И, соответственно, театр в Древней Греции был исключительно музыкальным. Это сейчас он есть такой, можно назвать, прозаичным. А тогда, в Древней Греции, это был исключительно музыкальный театр. И, конечно, Асклепию, культ которого имеет место в начале V века, не первым было посвящено это святилище. Его опережает его отец Аполлон,
который взял свое прозвище Аполлон Малиатос по имени то ли героя, то ли местного бога Малоса. Отцом Асклепия был действительно Аполлон, матерью была Коронида. И она погибает на костре, который был специально зажжен богом с помощью молнии. Вот таким образом Коронида была наказана за свою любовную связь с неким Эсхифом. Бог, однако, все-таки спасает ребенка, воспитание сына он поручил кентавру Хирону, который и научил его искусству врачевания. Но Асклепий не только лечил людей, он воскрешал умерших. И вот тогда Зевс, он, конечно, поразил его громом за то, что он смел нарушить порядок вещей в природе. Но потом отец богов вернул Асклепию жизнь. И греки почитали его, конечно, как создателя медицины. Гомер, он славил Асклепия как замечательного врача, как правителя Фессалии. Асклепий сам не отправляется по Трою, он посылает туда своих сыновей. Махаона и, конечно же, Подалерия, чтобы они несли эту врачебную помощь ахейцам. Ну, а по легенде своей способностью врачевать Асклепий был, конечно, обязан не только Аполлону и Хирону, но и Афине, потому что богиня подарила ему ампулу крови медузы Горгоны, которая была взята с левой стороны ее тела. И эта кровь имела силу воскрешать умерших. У себя же Афина оставила ампулу с кровью медузы, взятой с правой стороны тела, что давало ей как раз силу уничтожать жизнь и начинать войны. И, между прочим, Асклепий у нас с вами часто изображается со змеей. А тут надо вспомнить момент вообще рождения Асклепия, по которому мы с вами, естественно, поговорим, находясь уже на вот этом святилище боговрачевания. Конечно, нет возможности совершенно установить такой момент, когда герой, на котором был Асклепий еще в начале 5 века, превращается в бога, который почитался здесь в конце того же самого столетия. Асклепий не только стал выше очень многих богов Древней Греции, героев-врачеватель, но он, конечно, и затмил своего отца, того самого Аполлона Малиатоса. И во многих общих местах культа Аполлон просто уступает первостастыну. Но также было здесь в Эпидавре. Именно здесь расцветает святилище, он связан с распространением культа Асклепия. Этот бог под конец уже 5 века получил на южном склоне, между прочим, Афинского Акрополя, священный участок, где ему воздавали почести. Вот этот факт, вероятнее всего, связан с теми огромными потерями в людях, которые в Афинах были вызваны и Пелопоннесской войной, и сопровождавшимся ее эпидемией. Но политическая роль Эпидавра уже в 4 веке до нашей эры была уже, в принципе, не такой значительной. Значение же бога и его святилище, наоборот, возрастало. И паломники, которые пребывали в Эпидавре, они должны были сначала, как я говорила, пройти некие процедуры очищения не только души, но и очистить, например, собственно говоря, тело специальной водой из священного источника. Потом принести жертву. Затем они помещались в портике, недалеко от святилища, где проводили ночь, ожидая того самого сна, в течение которого Бог уже, собственно говоря, врачевал, иногда показываясь лично или давая совет, как лечиться. Иногда он требовал исполнения обетов. Паломники должны были, конечно, незамедлительно приступить к их исполнению. Взамен за моментальное и чудесное исцеление, в общем-то, они платили, потому что Асклепий не совершал чудес бескорыстно. Иногда за исцеление платили очень высокие денежные суммы. И вот эти именно оплаты, они, конечно, дали возможность поставить прекрасные и величественные памятники. Территория, которая была занята святилищем, она никогда не была обнесена стеной. Лишь только местами были такие приграничные камни, которые просто лишь обозначали территорию, посвященную Богу. И вот со стороны города был сооружен такой монументальный вход. Это были торжественные пропилеи, постройка которых относится к 3 веку до нашей эры. И от них дорога шла к такой западной части святилища, где как раз находились самые важные и сакральные постройки, связанные с культом Асклепия. То есть они уже были все построены в более позднюю эпоху, то есть 4 век до нашей эры. Это и святилище Асклепия, и святилище Артемиды. Это, конечно, загадочная постройка под названием Талос. Это очень круглое здание, которое наиболее старательно было выполнено и с очень красиво украшенным объектом. И до сих пор о цели этого здания, какого значения его было, многие спорят, потому что никто не знает, в общем-то, что же там происходило внутри. Я также буду воспользуюсь теми картинками, которые нам с вами помогут, в общем-то, создать небольшой такой образ святилища Бога, посмотреть, как же выглядел, собственно говоря, храм, до того, как он был разрушен. Но, вероятнее всего, здесь было разрушено все землетрясение. Но, тем не менее,
Мы с вами, конечно, прогуляемся и по большой такой археологической зоне, немножко более подробно поговорим о том, что там находится и то, что там сохранилось. Здесь дам время, свободное время на фото, то есть это все будет. То есть, даже в этом не сомневайтесь. Мне же хочется сначала вам немножечко рассказать о том, что вы видите. И, соответственно, конечно, это уникальнейший театр Эпидавра. Театр, который был построен в 4 веке до нашей эры. И надо хорошо понимать, что театр в Древней Греции прежде всего был музыкальным. И люди, которые приходили сюда за исцелением к Асклепию, первое место, которое они посещали, это был театр. Нужно было очистить душу, лишь только потом спускаться, очищать тело как снаружи, так и внутри. Поэтому пили и целебную водичку, поэтому были и посещения свободных бань, то есть терм. Это все посещали. Это была определенного рода программа. Так вот, театр здесь действительно строится в два этапа. Первые 33 ряда этого театра, они были построены действительно в 4 веке до нашей эры. Остальные 22, а это очень хорошо видно, они своеобразным таким барьером отделены, они были уже построены во 2 веке нашей эры. По одной простой причине. Увеличивается число паломников. Людей нужно где-то всех размещать. Поэтому выстраивается еще один, собственно говоря, такой вот своеобразный ярус этого театра. То есть на сегодняшний день он вмещает 14 тысяч зрителей. Театр известен и уникален своей вот знаменитой акустикой. И смотрите, как интересно, когда проводили здесь археологические работы в 70-х годах 19 века, то видели руины этого театра, но большая часть находилась просто под землей, то есть было все засыпано тем самым грунтом. Лишь только первые ряды и остатки скены, то есть вот эти каменные блоки, которые вы видите, они свидетельствовали о том, что здесь был театр. Начинаются раскопки, начинаются проводиться исследования, и был полностью очищен, собственно говоря, от земли вот эта чаша театра. Она была очень удачно, собственно говоря, вмонтирована в этот небольшой холм. Интересно то, что когда здесь шли представления, они шли в такое время, когда солнце не попадало на зрительный зал. Оно освещало лишь только сцену. Для чего? Для того, чтобы, конечно, лучше было видно, но при этом людям не мешало солнце, не било в глаза. То есть очень грамотно было. Но как известен театр? Почему он знаменит своей вот этой уникальной акустикой? Интересно то, что когда в Штатах в 20 веке попытались построить точную копию театра Эпидавра, его действительно построили, но там на последних рядах никто ничего не слышал, если разыгрывалось представление на сцене. И тогда, конечно, в общем-то подумали, что допустили какую-то ошибку, но они действительно не учли. Во-первых, они не учли, что здесь сама природа была так сконструирована, что он просто вписан был в этот ландшафт. То есть на каждом этапе проводилось четкое математическое вычисление. Построил этот театр Поликлет-младший, очень известный архитектор и скульптор. Он еще и построил Талос, который мы с вами чуть позже увидим, уже в археологической зоне. Так вот, театр был грамотно поделен на всевозможные сектора. И вот эти лучи, которые шли от оркестра, то есть вот этой круглой площадки в центре, они шли четко в определенную сторону. Потому что, во-первых, по ним идет звуковой ряд, то есть идет по ним звук. И когда это поняли тогда, когда здесь открыли полностью театр, полностью раскопали, готовили театр к первому представлению. И действительно было проведено это первое представление, но люди, которые сидели наверху, а был полный зал, они не слышали ничего, то, что творится внизу. Оказалось, что проходы были также людьми заняты. Тогда попросили, чтобы проходы немножечко освободили, чтобы звук пошел вот этими своеобразными лучами, расходился от чаш театра. И тогда все, кто сидел на концах, то есть в последних рядах, тогда не услышали. Плюс ко всему, специально на моменты строительства, когда выстраивали вот эти вот 55 рядов, а первые 33 ряда, строители учитывали тот самый момент. Нужно было создать определенное отражение звука. Как можно это отражение звука было создать? Для того, чтобы понять, где нужно что устанавливать, а были специальные такие глиняные чаши, глиняные котлы, которые на момент строительства закладывали под эти зрительные ряды. То есть под этими камнями, которые видите, там вот такие глиняные чаши. Потому что это то, что отражает звук. Как можно было понять, что именно в этом месте нужно поставить эту чашу? Смеялись.
Люди смеялись, потому что смех он обладает как самой высокой, так и самой низкой, вот этой вот звуковым таким амплитудой, не знаю, как правильно, неправильно, да? Но вот от самого низкого до самого высокого. И где самое-самое, что называется, было, чувствовалось физически это отражение звука, да, от этой чаши, там чашу и ставили. То есть их огромное количество, на самом деле, под этими каменными рядами стоит этих глиняных чаш. Плюс ко всему, конечно, оркестр, вот та самая круглая площадка, это то место, которое и являлось в древние времена сценой. Здесь диаметр оркестра, он 20 метров 30 сантиметров. В центре оркестра вы видите такую небольшую каменную площадку. Что это такое? На ней когда-то базировался алтарь, посвященный Дионису. Не забывайте, что театр все-таки являлся местом, собственно говоря, обитая боги виноделия Диониса. И перед тем, как начинать какое-то театральное действо, нужно было провести своеобразное жертвоприношение. И обычно выливали кубок с вином вот на эту такую алтарную своеобразную площадку. Ну, то есть отдавали дань богу виноделия. И потом уже процесс был, естественно, сценического характера. Плюс ко всему, конечно, вот то, как выглядел театр раньше. Опять-таки, вот эти 55 рядов, вот она круглая постройка, внутри это тот самый алтарь своеобразный такой, плита для именно жертвоприношения Дионису. И плюс вот здесь помещение, которое вы у меня на картинке видите, а здесь оно, естественно, отсутствует, это скена. Это то, что потом будет являться сценой. Но скена в древнем античном театре была тем местом, где хранили декорации, где были своеобразные, скажем так, технологии применены, где, например, появлялся бог. Нужно было, чтобы, например, Аполлон спустился с небес. Как это можно было сделать? Подвешивали специальный кран. И действительно, кран он находился вот там, где, собственно говоря, и хранили декорации, то есть в той самой скине. Соответственно, бога просто опускали. То есть он появлялся того самого Олимпа, то есть спускался с небес Аполлон. То есть это было своеобразное, как... Слово я забыла, когда используют сейчас новые технологии в фильмах. Спецэффекты. Да, это был такой спецэффект, естественно. Плюс, конечно, все разыгрывали на вот этой круглой чаше. Но я вам могу сказать, что у нас с вами в нашем театре, она в итоге, она в Римском театре уже теряет свое значение. В Римском театре будет четко отделена зрительный зал от сценической площадки. И в итоге оркестр она превращается в оркестровую яму, а то, что мы назвали местом, где хранение декорации, в итоге это место становится сценой. То есть на этом месте будут разыгрывать, естественно, представления. То есть немножко все меняется просто. Но при этом смысл такой первоначально сохраняется. Плюс ко всему я могу сказать, что, естественно, вход в этот театр, он был через те врата, которые вы видите, как и с правой, так и с левой стороны. Вот эти врата назывались проакты. То есть акт – это часть действа, да? Проакты – это то, что предшествует этому действу. Поэтому то, что предшествовало этому действию, это, собственно говоря, вот те были врата. Своеобразный такой торжественный вход на этот театр. И, соответственно, он был полностью изготовлен из камня пепельного цвета местного цвета, местного камня. Светлые тона, светлый камень, который вы видите, это, конечно, восстановлено. Эти проакты, они были очень сильно разрушены, но их в итоге удалось, собственно говоря, восстановить и собирали, собственно говоря, как пазл. То есть те камни темные, более древние, которые удалось идентифицировать, что они занимали именно это место, но им отсутствовал какой-то фрагмент, предшествующий этому камню, его, конечно, изготавливали. То есть собирали, грубо говоря, как пазл. Что-то изготавливали заново, что-то, естественно, что-то восстанавливали и вставили на то место, которое он должен был занимать. Пойдемте проверим с вами на акустику. У вас здесь будет, скажем так, минут 15 еще свободного времени. А я сейчас возьму, во-первых, лист бумаги и монету, и попробуем мы с вами и бросить монету, услышите ли вы звук монеты на, скажем так, дальних рядах, услышите ли вы шелест листьев. Так что мы с вами проверим. Проходите, а я сейчас, конечно, в центр площадки. Даже ряды огромные, интересно, там все ряды. Проводят же, видимо, эти самые постановки. Здесь проводят спектакль, вам она говорила. Наверное, с тех пор. Фух.
Рекорды не лампы, да. Ого. Маша, центр внимания, вон всех. Да. Как-то на звон. Ничего себе. Не надо. Она была открытая. Сейчас еще это обсуждение не выезжает. Юра, отойди. У нас не совпало по времени. Мам, слышно? Мы уже это думали, что ей бы здесь очень понравилось. Вся вот эта история. Потому что вот детям, которые, скажем, небольшие, может быть, вот, я не знаю, вашему дитю интересно? Или он так все на все смотрит? По-моему, ему интересно. Интересно. Нет, ну, во-первых, на самом деле, что вот Ваня, что это слушает, правда, он слушает. Наши бы еще и записывали. Блокнот. В музеях тоже все записывали. Они демонтировали как? Но все равно. В предыдущий раз, наоборот, монтаж декорации. Нет, на самом деле, вот это место называется Катагугио. В переводе русский язык можно вообще сказать, что это гостиница. Здесь было в каждом вот из этих сегментов, то есть четыре таких здания, в каждом было по 160 комнат, по 160 номеров. То есть люди, которые приходили сюда за исцелением, они должны были где-то быть размещены. Поэтому они размещались, конечно, вот в этой своеобразной гостинице. Вот путем нехитрых, да, вычислений, представьте, сколько здесь, если в каждом? 640. 640, но это номеров. В каждом номере могло быть до 4, собственно говоря, да, постельных мест. Вот единовременно сколько мог принять, 400, сколько мог принять, естественно, храм и вот это вот целительное место. На самом деле здесь даже сама природа была... Театр значительно больше. Ну, театр значительно больше, он выстраивается уже, вы видите, достраивается в римскую эпоху, во втором веке нашей эры. То есть 22 ряда, 33 было. Так вот, смотрите, здесь действительно сама природа была уготована так, что место стало абсолютно целительным. По одной простой причине. Здесь очень много произрастает сосновых деревьев, то есть их самая средиземноморская сосна, пинья. И здесь еще местами встречается эвкалипт. Воздух, он насыщен именно сосновым ароматом, я думаю, что все с вами знают. То есть люди, которые приходили, они, естественно, размещались в этой гостинице, да? Перед этим они проходили в театр, то есть очищали свою душу, очищали тело, потому что здесь сейчас идут еще раскопки, где были обнаружены римские бани, то есть термы, которые были построены на месте греческих бань. То есть нужно было очистить, естественно, тело. И потом дальше шли очищать, естественно, внутри тела. То есть пили воду целебную. Ну, это план того места, где мы, в принципе, находимся. Давайте так встанем, чтобы все мы просто видели. Все, что вы видите черного цвета, это все датируется постройкой классического периода, то есть 5-4 век до нашей эры. Все, что вы видите синего цвета, это то, что здесь существовало до того, как Асклепион становится храмом, посвященным именно этому герою, врачу Асклепию. То есть принадлежал он изначально-то его родному отцу Аполлону, Малиату. То есть это строение, которое было здесь до того, как было святилище Асклепия отстроено. А вот все, что вы видите красного цвета, это римская эпоха. То есть Рим, придя сюда, он просто закончил, скажем так, формировать этот вот целебный центр. И то, что вы видите, например, сразу перед нами, это не просто, да, руины лежащие, это, между прочим, ресторан. Это своеобразная такая, по-гречески звучит, эстиаторию. То есть место, где кушали. Но просто кушать, наверное, было бы не очень интересно. Поэтому внутри этого ресторана, там, где уже
уже вы видите каменную кладку, да, с помощью такого цементирующего раствора, это же римский период, был возведен так называемый Одеон. Одеон – это римский театр. Надо хорошо понимать, что там не проводилось таких вот широкомасштабных театральных постановок. Там в основном играли на музыкальных инструментах, то есть в процессе еды, в общем-то, услаждая слух. То есть это были флейты, арфы, может быть, кефары, та же самая. То есть сопровождали процесс поедания пищи музыкальным сопровождением. Но напротив сразу этого ресторана, здесь ассоциатория вот эта своеобразная, с левой стороны, там были специально установлены цистерны с целебной водой. Вообще надо хорошо понимать, что подобные места святилища, будь то Аполлона, будь то Асклепий, они всегда строились на тех местах, где были какие-то явления природы. То есть если Аполлон у нас с вами, почему именно там был построен? Потому что там была когда-то расщелина, трещина в скале, откуда исходил воздух, да? И вот этот вот воздух обладал какими-то, да, элементами, содержащими, которые вводили человека в какое-то вот полусумасшедшее состояние. Здесь была вода, источники воды, вода обладала какими-то целебными свойствами. Поэтому именно в этом месте строят святилище, посвященное Богу врачеванию, то есть Асклепию. Да. Идемте дальше. Вот смотрите, то, что мы с вами видим, это, конечно, часть восстановленного храма, посвященного Асклепию. На тот момент, когда была сделана эта фотография, этого даже не было. То есть все-таки удалось так что-то восстановить. То есть не говорить, что в Греции ничего не восстанавливали. Восстанавливают, вот там подтверждение. Но когда-то это выглядело именно так. Но не забывайте, что часть строительного материала здесь просто было не то, что позаимствовано, это просто было взято для строительства города Наполи. Поэтому многие элементы мы с вами, к сожалению, обнаружить даже не можем. Из них город построен. Но это был действительно тот же самый перепетровый храм. То есть окруженный, то есть была прямоугольная площадка, окружена была со всех четырех сторон колоннадой. Да? Вот эти колоннады мы с вами, в принципе, видим. Тот же самый, в общем-то, но это уже не дорический, а ионический колонн. Ионические были колонны, хотя часть, и вот этот западный немножко фронтон, он был выполнен действительно в дорическом уровне. То, что мы сейчас с вами видим. Плюс ко всему, конечно, надо очень хорошо понимать, что весь мрамор в данном случае, вот на вопрос, что это был за камень, весь мрамор, из которого, а это мраморный цилиндрик, это мрамор, из чего был построен храм Асклепия, он был взят из очень здесь близкого местечка, которое называется Лигурью. Там действительно прорабатывали когда-то, по сегодняшний день есть такие разработки именно мрамора. Почему он имеет такой серый оттенок? Знаете что, очень многие мрамор, здесь, например, в Греции, например, мрамор горы Пенделикон, с которым построен Акрополь, и мрамор Лигурью в большей степени содержит железо. Железо с взаимодействием с воздухом, конечно, окисляется, поэтому приобретается вот такой определенный цвет, да, налет. Но если мы с вами сделаем скол с каждого из этих блоков, то внутри он будет белый-белый-белый камень. И с течением времени я могу вам сказать, что он тоже потемнеет. Вот эти белые плиты мраморные, которые вы видите, они потемнеют. Это тот же самый мрамор, который взяли специально из той же самой каменоломни, чтобы восстановить именно часть этого большого склепа. Что же касается того, что находится впереди. Пойдемте так посмотрим. То, что вы видите, это, конечно, стадион. И стадион, который имел и черту финиша, и черту старта. Мы с вами находимся именно там, где стартовая площадка. Плюс, вообще, само слово «стадион» происходит от соревнований. Соревнования на древнегреческом языке назывались стадии. Потом этой стадии становится еще мерой длины. То есть один стадий, два стадия, три стадия. Здесь 180, примерно 1 метр длина этого стадиона. Проводились на нем Асклепионские игры, ну, если так можно назвать. Надо хорошо понимать, что здесь, помимо того, что театр очищал душу, вода, которая очищала внутренний мир,
выкинули, да, получается. Бани были для того, чтобы внешне очистить. Но чтобы привести тело в определенную физическую подготовку, больным еще назначались физические упражнения. То есть это была действительно целая программа, целая система. И очень строго этой системе, собственно говоря, следовали. Вот посмотрите, любопытно то, что, конечно, сохранились лишь только небольшие части зрительного ряда, как с одной, так и с другой стороны. Плюс зрительный ряд был и по вот этой северной стороне, но, если вы внимательно посмотрите, практически по всему периметру, справа и слева, идет такая своеобразная колея вдоль самой спортивной площадки. Да? Вот это специально был сделан сток воды, для того, чтобы если были дожди, чтобы они, естественно, не размывали и не затапливали саму спортивную площадку. Поэтому вода просто по этому каналу, она под определенным углом, здесь вот мы этого не видим, она под определенным углом идет, и вода просто уходила, соответственно, не затапливая ничего. Чтобы вы понимали, как же, собственно говоря, проводились эти состязания, посмотрите. Здесь просто на старой картинке очень хорошо видно. То есть есть тот самый человек, который следит за правильностью, за, скажем, регламентом этой программы. И вот в нужный момент по сигналу отпускал ту самую нить, а это легкоатлеты, которые вот-вот готовились стартовать именно с той самой площадки, которую мы с вами видим. Также мы с вами находимся над тем местом, где была своеобразная арка или вход, и внутри были комнаты для отдыха атлетов. То есть это насыпь искусственная, вот внизу то, что вы видите, внизу там есть помещение, то есть такая своеобразная арка. Это что-то типа, когда стадион футбольный, оттуда они выходят, что-то вот... Ну, что-то типа того, да. Вот эта форма в виде подковы, которую вы, например, кто вчера дошел до стадиона в Дельфах, и которую вы сейчас видите, она была в итоге в римскую эпоху признана несовершенной. Рим ее дорабатывает. Он добавляет еще один полукруг с другой стороны, что мы с вами получаем овал. То есть вот та форма стадиона, которая сейчас, в общем, популяризируется, которая сейчас везде практически встречается. То есть законченную форму он приобрел стадион лишь только в римскую эпоху. Слива. Они восстановят до того момента, которого могут восстановить. Например, да, ему удалось идентифицировать, что он занимал именно вот это место, видите, как бы вписано, да, получается, в мраморный барабан, тем более темный камень. Так вот, для того, чтобы он занял свое место, а предыдущих деталей просто нет, а его идентифицируют, что именно он здесь стоял. Вот воссоздают те детали, которые полностью отсутствуют, для того, чтобы он занял то место, на котором он был. А, ну понятно. То есть они полностью же, это иначе неправильно. Но полностью, если восстановят, это не будет древнее. Это будет новодел, новый строй. А здесь вся фишка в том, чтобы это было древнее. То есть они, если есть первый, третий, то они делают вторую, чтобы просто их поставить. Да, вот я говорю, в таком случае они собирают, как пазл собирают. Вот, ну, до конца, в данном случае, наверное, навряд ли будет осуществлена полностью реставрация. Пойдемте, подойдем там к небольшому стенду, я немножко расскажу подробнее. Вот, чтобы вам было понятно, мрамор, про который я говорила, мрамор Лигулью, вот эти блоки, которые лежат. И это тот же самый мрамор, все более темные, немножко, знаете, изменившие внешнюю такую форму. Это тоже мрамор из одной камелоломни. Но здесь свойство того, что просто здесь накисляется то самое железо, поэтому оттенок определенный. Ну и со временем, конечно, мрамор чуть-чуть изменил свою структуру, он более стал пористым. Плюс, то место, которое вы сейчас здесь видите, это на самом деле очень загадочное сооружение. Это место называется Талос. Это был круглый постройки храм, 26 дорических колонн по внешнему кругу, да, и внутри были еще коринфские колонны. Но вот внутреннего просто, скажем так, описания храма, к сожалению, не существует, но однако мы с вами можем в общем предположить, что здесь было. Во-первых, конечно же, это было то место, как предполагают до сих пор, потому что не знают, каково было предназначение этой вот постройки, но говорят, что именно здесь было явление Асклепия людям. То есть, если человеку требовалось такое какое-то внезапное, что называется, какая-то шоковая терапия, его помещали в это помещение на ночь. И на утро то ли он рассказывал свои впечатления, то есть свой сон, или же происходило что-то, что позволяло человеку исцелиться. А между прочим, здесь под, получается, вот этой всей постройкой находится очень интересное сооружение. Это не что иное, как лабиринт. И говорят, что здесь хранили змей.
Поэтому вот этот момент шоковой терапии вполне возможно какой-то играл какую-то положительную роль. Вообще змея играет колоссальную роль в медицине. Неспроста именно змея становится символом медиков. А предание нам говорит о том, что когда действительно Аполлон, Асклепий нарушил порядок, он начал слишком много людей возвращать к жизни, за это, естественно, он был наказан Зевсом. И Зевс ударяет в него своей молнией. Но, как говорит предание, Асклепий успел обернуться в змею и уползти под землю. А потом, когда уже начинается культивироваться вот эта фигура бога врачевания Асклепия, в этом месте начали обращать внимание жрецы, что начинает из земли вылезать змеи. Плюс ко всему, начали обращать, что укусы змеи, они не только уничтожали человека, то есть приводили к смерти, но и, например, излечивали от болезней. Так, например, рассказывают такой случай, что когда женщина пришла сюда с ребенком, у которого была водянка, и путем того, что вокруг этого ребенка обложили его змеями, жрецы, ребенок выжил, и он исцелился. И, конечно, с этой эпохи начинается фактически вот эта вот, скажем так, популяризироваться фигура змеи. Поэтому неспроста именно сейчас уже в нашу эпоху змея является символом медика. Плюс она всегда была обернута о посох, который держал Асклепий. Вот небольшая скульптура, конечно, нас плохо видно, но тем не менее. Это и есть Асклепий, скульптура, которая, предполагается, стояла перед входом в этот Талос. То есть, как он выглядел до, получается, его такого разрушения, да, это вот то, что вы видите. То есть, 2 года назад это правда было вот то, что вы видите на этой фотографии. Правда, здесь ничего не было. За 2 года они провели, на мой взгляд, вообще очень хорошую работу. То есть они частично восстановили эти все колонны. Плюс, конечно, была вот здесь внутри уже помещение, и мы видим на этой с вами небольшой карте, очень богатая мозаика из черного и белого мрамора, под внутри которой как раз был лабиринт. То есть то ли змеи здесь выползали, то ли жрецы их как-то вот в какой-то культ, ритуал совершали. И это было еще место, вообще все святилище, вот этот весь священный участок Асклепия, где запрещалось умирать и где запрещалось давать новую жизнь. То есть вот этими двумя крайностями это место не должно быть было не то что осквернено, это не совсем хорошее слово, но здесь не должно этого было быть. Сюда приходили за одним, за исцелением болезней. И вот люди, которые приходили, мы помним, да, они располагались в отеле, да, в своеобразном, пили целебную водичку, кушали под сопровождением музыку, приносили жертвоприношения, всегда были, естественно, жертвоприношения в храме, перед храмом был алтарь для сжигания жертв. И потом они еще, согласно опять-таки общению со жрецами, жрецы их направляли в специальный портик, который называли Абатон. Вот пойдем туда. Так вот, это то место, где, собственно говоря, люди засыпали, то есть специально спали. И на утро рассказывали жрецам, собственно, свой сон. А вот подземное помещение, ну такое условно подземное, потому что здесь просто вписан ландшафт. Получилось, что здесь 2-этажное это здание, но из-за просто такого ландшафта. Так вот, это место было место, где проводили хирургические операции. То есть здесь было обнаружено самое большое число хирургических инструментов. К сожалению, музей, он закрыт на реставрацию, мы с вами, в общем-то, оказались в этом году без музеев, но тем не менее, надеюсь, что что-то будет открыто. Там, правда, там есть, чтобы вас в несколько степени вас так не огорчало, там очень много копий. Все подлинники находятся в Национальном археологическом музее. Поэтому вот здесь было действительно обнаружено огромное количество хирургических инструментов. И уже согласно вот этим данным, археологическим находкам, здесь операции проводились начиная с 6 века до нашей с вами эры. То есть были обнаружены пинцеты, скальпели, специальные большие амфоры, какие-то чаши, в которых были то ли целебные мази, то ли какие-то крема, то ли эфиры. Почему многие удивляются, разве была хирургия? Но ведь были те травки, которые погружали человека действительно в какое-то такое совершенно бездумное состояние. И он мог не чувствовать в этом состоянии боли. Поэтому какие-то серьезные операционные вмешательства, безусловно, они, возможно, не проводились. Но если требовало, и люди понимали, знакомы были, естественно, с анатомией древние греки, так вот, они проводили то, что могли, собственно говоря, исцелить. Да? Вот пойдемте вниз с вами в кухню. Ну, во-первых, 2 вот таких небольших панно, которые вы видите, это, соответственно, нам с вами рассказывают о том, зачем
люди сюда приходили. Например, вот здесь рассказывается о некой женщине, которую звали Андромаха, которая пришла из Эпира. То есть, чтобы вы понимали, Эпир – это дальше, чем метеоры. То есть, какой путь она проделала, да? Именно сюда. Ну, нет, конечно, возможно, были лошади, естественно, да. Но какой-то определенный, между прочим, путь, здесь 12 километров до моря, вот те, кто прибывал сюда морем, они пешком уже шли. То есть вот эти 12 километров. Все остальные, ну, кто с другим путем прибывал, они, конечно, там воспользовались какими-то следствиями передвижения. Так вот, она пришла сюда, потому что очень долгое время, соответственно, не могла иметь ребенка. И она провела ночь в этом портике, на утро жрецам рассказала свой сон. И они, конечно, указали ей на требуемые священные действия, которые она должна была совершить. Ну, это процесс наверняка какого-то, ну, скажем так, целительной программы, которая может привести к тому, что в будущем, скажем так, эта женщина все-таки родила ребенка. Здесь же мы с вами видим действительно какой-то терапевтический процесс. То есть процесс, например, исцеления больного укусом змеи. Потому что видно, как у больного плечом кусает змея. А вот здесь то ли перевязка, то ли какая-то вот работа, да, именно врачебная идет помощь, тоже от жрецов этого храма. То есть что один жрец, что второй жрец. Вообще все жрецы, по умолчанию, хорошо понимаете, они были врачами. Вот это был такой своеобразный медицинский кабинет. Вот именно такая, ну скажем так, второй этаж, первый или первый даже этаж этого всего сооружения. Поэтому здесь, плюс ко всему, на самом деле, это очень тоже любопытно. Я вам покажу, здесь же были обнаружены, но это на территории всего священного участка, очень интересные плиты. Я вам сейчас покажу, они экспонируются в музее. Вам было понятно, что же здесь такое было. Но в данном случае, конечно, это плита, которая просто рассказывает о тех затратах, которые были отданы, соответственно, ну, своеобразный такой баланс был подбит. Но подобные плиты здесь были обнаружены в огромнейшем количестве. Что это за плита? Во-первых, на этих плитах выбивали или выписывали историю болезни. И, например, женщина, которая пришла сюда за этим исцелением, за определенным стечением болезни. Эту болезнь описывали жрецы в камне, прописывали тот рецепт, которым они, естественно, пользовались при достижении хорошего результата. И это была, ну, не то, что история болезни, это такая образец программы к исцелению. Вот таких плит было здесь достаточно большое количество обнаружено. Но в данном случае просто речь идет о совершенно другой плите, но чтобы вы знали, вот такие плиты были.